Дорогие друзья, добрый день! Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию культиватор тяжелый секционный КТС-10 под трактор мощностью от 240 лошадиных сил. Ну, то есть К-700 и подобные. Он полностью в рабочем состоянии, полностью комплектный. Дышло в идеале, нету никаких сварных работ. Основная рама также в идеальном состоянии. Крылья. На крылышках есть чуть-чуть сварные работы, вот здесь вот немного есть, вот тут чуть-чуть есть, но технически на работу это точно не влияет. Не хватает одной лапы, она есть в складе, ее добавят. Колесо тоже вот это одно, будет поменена резина на новую. Так, полностью готов к работе. Вот с этой стороны резина в абсолютно идеальном состоянии. Дублирующая резина тоже в хорошем состоянии. Лапы все в комплекте, повторюсь, недостающие все отдадут. Есть в наличии, приобрести можно в любое время, по любой форме оплаты. Наличный, безналичный расчет, кредит, лизинг. Самое главное, мы можем с вами меняться. Принимаем в трейд-ин трактора абсолютно всех моделей и марок. Также принимаем легкие грузовики, ассенизаторы, бензовозы, цистерны, самосвалы. И некоторые виды сельскохозяйственного оборудования прицепной и навесной техники также будут рассматриваться к обмену. Пишите нам, звоните, обязательно приезжайте к нам в гости. Мы находимся в городе Волгоград, историческая, 183, в городе Ставрополь, Коломийцев, 29. Будем рады вас видеть. Агросалон Boston Technic.